ресурсного центра Ольга Гречкина не случайно решила спеть эту песню. Фраза «Ты не один, нас миллионы» лучше всего отражает саму суть волонтерского движения, считает девушка. Химкинские активисты уже не раз приходили людям на помощь в трудную минуту. Сегодня в торжественной обстановке награждали самых активных волонтеров. С самого раннего возраста я видела себя самым активным волонтером, поскольку я очень активный человек, человек добродушный, который никогда не оставит человека в беде. За полгода существования центра добровольцы из Химок приняли участие более чем в сотне акций. Разносили товары продовольствия для многодетных семей, поздравляли ветеранов, участвовали в вахте памяти. Ну и, конечно, оказывали поддержку всем нуждающимся, кто оказался в трудной ситуации во время пандемии COVID-19. Наши волонтеры самыми первыми были, взяли на себя такую ответственность и начали развозить лекарственные препараты пенсионерам, кто попал в сложную ситуацию. Мы вместе с ними совместно было дело, что приезжали в магазины, закупали это все, перевозили, развозили там в Пасху. Также раздавали куличи тем, кто не мог выйти из дома. Поэтому считаю, что наши волонтеры самые лучшие на территории всего Подмосковья. Всего за активную волонтерскую деятельность благодарственные письма вручили 10 химкинским активистам.